раз подряд финишировал на подиуме в этом году. И что же для Марчелло? Вторая гонка подряд закончена. На этот раз в гравии будет интересно посмотреть, что же там. К счастью, вновь старт был неплохим у Митча Эванса. Митч, который сказал, что у них были проблемы со сцеплением на машине после второй гонки в Австрии. И вчера он боялся заглохнуть. И вот что здесь было. Двойной контакт уже в первом повороте.